Всем привет! Сегодня у нас 7 апреля 2013 года. День недели у нас воскресенье, последний рабочий день. Так, соответственно, день прошел в режиме выходного дня. Однозначно весь день записывал летсплей по игре Европа 3, да, Божественный ветер за Московию. Так, что могу сказать? Таня сегодня у нас работала весь день, трудилась, да, зарабатывала денежку. А я весь день отдыхал. Ну, не отдыхал, работал тоже. Работал усердно, записывал этот летсплей, да. Часиков, наверное, вечером, ближе часиком к 6-7, ушел в аптеку. Купил колеса для Тани, да. Вернулся быстренько и продолжил играть. Сейчас вот вечером у меня осталось там две заявочки сделать. Быстренько сейчас ее сделаю. Две заявочки, да. И спать, да. Так вот, мгновенно пролетели выходные, как обычно. Как обычно. Так. Ну и на этом, наверное, все. А, сегодня праздник, кстати, у нас Благовещение. Да, у нас сегодня бабушка позвонила, поздравила меня. Потом матушка позвонила, тоже поздравила. С благой вестью. Ну и я вас поздравляю всех с этой благой вестью, с Благовещением. Так, на этом все. Всем пока. Arrivederci.